Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон HTC Desire 22 Pro. Сейчас я покажу вам, как узнать его номер IMEI или же серийный номер. Для начала нам необходимо разблокировать данное устройство и открыть приложение телефон. В нижнем правом углу нажмите на кнопку клавиатура и введите номер звездочка решетка 06 решетка. Здесь вы можете увидеть номера IMEI и серийный номер. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!